психолог по кличке Спартанец оценивает ситуацию. Первым подходит. А ты уверен? К пропасти. На. Я иду вторым за Спартанцем. Я буду вас снимать, ваш ход. Давай, Сереженька, мы в тебя верим. Монтировка твоя? Да. Не мешает проходу? Предупреди, что ступеньки скользкие. Ступеньки скользкие, осторожно. Сержик. Снимай, что ты снимаешь? Юля, осторожненько. Да, ты теперь смотришь под ноги и держишься и спускаешься. Давай, давай, я включу. А где Лёхин фонарь? А где, который я тебе дал? Я понял, ну короче, как ее там? Не. О, вторая попа лезет. Викуля, осторожно. Вот тут скользкое вот это, да. Держись руками, держись ручками. Все, мы сделали это, можно обратно? Нет. Нет? Тараканы дальше. И тут сломано. К сожалению, вандализм еще никто не отменял. Да, прикрой чуть-чуть. Катя, осторожно. А из верхи там, там, ну, там, где нельзя тронуть. Так, подождите, только не проходите. Если капельки, так они все капельки. И лучше руками не трогать эти, как их, сталагмиты, сталактиты. Они потом не растут нихуя. Секунду, а как спускаться? Потихоньку, ножками. Последний участник нашей подземной экспедиции. Да, это я. Сашка, где твой фонарик, Саш? Посмотрите. А, это все? Да. Руку не подождите. Ну, какие-то козы забыли сигареты. Прям ложись на пузо. Ну, вот аккуратно. Довольный. Девочка, классно. Да. Я чуть-чуть больше, чем этот молодой человек. Там еще есть, короче, пихи. Я надеюсь, что я пролезу. Сигареты надо, Гуся. Вышли из бухты. Подожди, я отойду. За папкой. Да, лучше жопой. Что ты сделал, лучше жопой. Нет, тут вот переходим на... Ой, бля, на живот. Голову ниже, тут этот. Все, не, все, все, не, вот торчит реально. Опасная ситуация. А, я не могу этими коленками по камням. МЛС вот. Мне не нравится. Мне не нравится.
вот так вот, друзья. Судя по нашей разведке, мы подошли к самому критическому моменту этой пещеры. Ему в нашем географике надо работать. Если мы не проверим, мы не узнаем, что там. Покакали. Я проверю, а не мы. Ай, ай, бля. На пузо прям ложись, не пытайся карабкаться. Прям ложись и прям полныряй туда. Опа. Вот это дедент. Кто бы мог подумать. Можешь попробовать камеру отвести, вот эти странные фишки навалены. Да? Бывает такое, засыпают. Так тут походу, мэн, тут, не знаю, полкуба нужно вытащить. Ну так, сдам, попробуй. Вот самое основное. Сейчас. Ради интереса. Все ради тебя, брат. А мне-то все. А вдруг все. Продолжение приключается. Продолжается. Приключается. Мы копаем. Ой-ой-ой. Сейчас, вот. Видно свет в конце туннеля. Все, друзья мои. Галичок, теперь самое интересное, как я буду сдавать реверсом. Жопу, для тех, у кого большая жопа, все очень серьезно. Я не знаю, как Юра тут пролезла. Сейчас я тебя головой вниз спущу обратно. Кто тебя кормить будет? Прожирлю. Прожирлешь. Вау. Не, ну это мощно. Ну нет, это как? Не дефим, пещеры плюс-минус похожи. Надо фокус сделать. Видите, лужица прям нетронутая. Вот так, друзья мои, наше приключение пришло к концу. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. До новых встреч. Мы по дороге к новым пещерам. Любим, обнимаем.